Schiedsrichter heute ist Robert Hartmann, 32 Jahre alt, Mann aus dem Allgäu, erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter. Tottenham hat sich bekanntlich mit einem 1-0-Sieg gestern gegen Real Madrid. Четвертый Павар, пятый Гель, 46-й, Делисо, 24-й, Синг, 42-й, Дэвис, 19-й, Виль, 40-й, Ноленбергер, 38-й, Йоханссон, 45-й, обыграв Фенербахче со счетом 5-3. Ну а это Дели Алли бьет, и Мануэль Нойер. На Тунхама это Ламела вошел в штрафную площадь, и как раз Кейн, по-моему, его и остановил там. Да, и очень любопытно еще при атака лондонцев. Вот, Питерс устоял здесь на ногах. Точнее, быстро поднялся. Удар и Нойер. Феноменальная игра голкипера Баварии. Потрясающий момент. Удар Лукаса. Там тот же, например, в составе сегодня Сарприт Синг из Новой Зеландии. Он пришел, он пришел из клуба Веллингтон Феникс новозеландского. Ну, перевод. 19 номер Альфонсо Дэвис. Его исполнял, а вот удар головой, Бенджамин Павар, чемпион мира, не попадает в тур. Я не знаю, играл ли хоть раз Павар в центре обороны. Тангин Домбеле, а до этого вынужден был Маурисио Почеттино обходить 7 футболистов. Италии облетели вообще все ленты новостей. Здесь Угольярис мяч забирает, и делами трансферными занимается Даниэль Леви. И, может быть, поменять, он сказал, мне должность. Клубе. И просто, чтобы я именовался, сказал, что сейчас в атаке Синг, вот как раз этот новозеландец, прострел, выбивает мяч. Мы его вправе ждать топового футбола, самого высокого уровня. И длинный эфгейс Альфонсо Дэвис с замечательным канадским именем Альфонсо. Красиво ушел от Ламелы, передача вперед, Йоханссон с развивающимся волоском. Сегодня тоже настраивается в финальной игре не разочароваться. И вот и первый. Пожалуйста, 19-я минута. Красивый проход. И Эрик Ламела открывает счет. Блестящий пас просто Дэнни Роуза. Очень здорово он обыграл на фланге своего... Или это даже был не Дэнни Роуз, а Нкуду. Это был, по-моему, Нкуду. Он обыграл соперника и с левой ноги вырезал. А я бы обратил внимание на движение самого Ламела. Здесь пролетел мяча Кель. И Ламела очень грамотно бежал и чувствовал этот момент. Как раз Альфонсо. Альфонсо Герби. Еще до этого будет кубковый матч. Возьмет его Реал, не возьмет. Ну, там все тоже в подвешенном состоянии. Середина первого тайма у нас позади. Йоханссон проиграл борьбу. Удар хороший. По-моему, накладка была. Сейчас. Но то ли не было сносных предложений, то ли не устроили. Подача. Может быть, Бавария все своими. И Ламела бьет как раз стенку. Ну, в Баварии не было еще в этой предсезонке матча, где бы она не забивала. Это было бы странно, наверное, без. Посмотрите, наша команда играла против Барселоны. И веришь, нет, у Барселоны мяч на ноге у Рональда Кумана и его знаменитый диагональный. Оп, удар. А вот диагональный удар, да, кстати. И вот там тоже был центральный защитник, похожий тоже с такими же диагональными передачами. Тёж Мюнхенская не уступает. Подача еще одна, но здесь Дэвисон Санчес. Тяжелый мяч был для Синха, но он все-таки сумел его остановить, но опытный Дэнни Роуз. Быструю атаку самой Баварии провести не удается. Здесь не менее прекрасный подкат от Дэнни Роуза. И удар. Ну, вот Питерса мяч попадает. И здесь высоко. Еще один удар с левой ноги. Рядом со штангой мяч проходит. Синг этот удар наносил. И Ламела. Заброс мяч. Хитро. Хитро было задумано аргентинцам. Но прочитанная из последних атак Баварии. Ну вот спешка мешает игрокам хозяев, и микрофон врезается. С минусом на троечку, с плюсом этот состав Баварии наиграл. У Тоттенхэма и вплоть до Оливер Скип появился. Вот Сон правил нарушает, и арбитр Херман дает свисток, фиксируя нарушение правил.
И он теперь в связке с Танганга, 57 номером в центре обороны. Я сразу же. Последние 10 лет. Получил здесь жесткий подкат. О, как здорово сыграл, да? Как же здорово сыграл. Федерации в Россию в 17 году. Да. Было дело. Есть Мюллер. В общем, еще есть, конечно, кому выйти. И Тиаго Алькантара. Ну, вон они все разминаются сейчас за воротами Косониги и ждут своего времени. И подкат. Там все-таки была игра на линии. Великолепное спасение после удара Лукаса Моура. И сейчас в атаке находится Бавария и Синк. Очень приятное, кстати, впечатление открытого окна. Наверное, ускоривается все. Ну и тут, да, со средней дистанции наносит Сон. Здорово, кстати, Сон впереди сыграл Эриксон. Дальше Сон. Выход один на один. Мимо. Вот это да. И снова Свен Ульрайх команду выручает. Но снова после удара Сона. Да, умеет Сон, конечно, вот на протыке. Диагональный направо. Кейн с мячом остается. Эриксон 2-0. Все-таки вот в тот угол, который закрыл после удара Сона. Ульрайх, мяч вылетает после удара Христиана Эриксона. Сразу в течение полутора минут Христиан Эриксон себе напомнил. Поменял себе полностью сейчас впечатление, потому что вот эта пяточка с пасом на Кейна. И здесь вот как он разобрался, вопросов не остается никаких. Точнее, конечно, они возникают сейчас снова и снова, те, кто, возможно, ведет переговоры по его судьбе. Сколько это стоит? Потому что мастер невероятный. И вот выход один на один, можно забивать, можно забивать! И гол! Забивает так! Какая скорость, хорошая арфа, и здесь пас в касание на третьего был прекрасен. Был прекрасен, и Бавария снова в игре. Диак тоже наконец себя проявил. Надо их ругать иногда. Действительно, это работает, когда комментатор что-то говорит, это действует. И вот какой пас, это работает. Все-таки какой пас Жерома Буатенга. Вот когда центральный защитник умеет сделать вот так. Что-то совершенно новенькое. Сон с мячом, Моура открывается. Да это весело. Я думаю, что гол, забитый в ничью, даже если не вдруг завершается в ничью, то сразу команды приступают к серии 11 метровых ударов. Альфонсо Дэвис. А это Ренату Санчес. Ренату! Мощный удар. Гацанига. Харри Кейн будет под левую бить. Да, именно. Но каков Ульрайх. Вот сколько волнений. Не вышло. Еще один момент. Мяч летит в сторону. Хорошая была атака. Такая породистая, солидная. В исполнении Баварии. Сисоко. Сам все-таки знает. И еще раз тройная замена у Баварии. Это и Томас Мюллер, это и Кингсли Коман, и Роберт Левандовский. Ну, арт героем уходит. Зули. Все понятно. Ой, Зули с Буатенком, конечно. Прошу прощения. Мюллер. Подача. И, кстати, продолжает лежать на газоне Кингсли Коман. Хотя здесь ничего особо ему перманентно мешало играть в восстановление одно. Он очень много пропустил и никак не мог вернуться. И вот Казар открывался не в ту зону. Опять классная передача от центрального защитника. С Хойтом что случилось? По-моему, Ренато Санчес зацепил его. Но Дэвис, Алаба попадает в метрополе. Санчес зацепилась в атаке Бавария. Это Дэвис. Дэвис, удар хороший! 2-2. Классный удар. А классный футболист. Классный. Канадский профессионал такой, да? Да-да-да. Только уже в футболе они появляются стали. В шоке футболисты Тоттенхэма. А этот паренек играет с самого начала. И вот сейчас Рубинье говорит, Хёнос, ну рано ты ушел, у нас такие подросли. Великолепные.
alles ein. Тем, кто участвует по-прежнему. Первый удар Тоттенхэма Тоби Алдервейрельд. Да, центральный защитник пошел бить, и Ульрайх угадал направление удара. Все-таки согласись, лучше, когда традиционно показывают серию пенальти, а не вот убедительно. Ну, в общем-то, я, например, согласен с тобой. Вот, но вот еще один удар, и вот отраженный. Классическая точка. Да, я в отличие от первого удара, где... Да, удар тоже угадал Гасаник. Удобнейшая высота для голкипера. Уровни, наверное, соревнований, поэтому они чуть менее напряжены. Эриксон забил в игре Классио. Какой угол, думает Ульрайх. Красиво. Ни в какор. И, видишь, не стал дергаться, и здорово. Нет, отреагировал. Он дергался, но так... И Тиаго Алькантра. Сравнил. Уверен. На паузе уложил. Да, кто быстрее всех поест, тот быстрее всех выйдет на футбольное поле. Статист, так, на всякий случай, Тоттенхэма. И в девятку. Ну, с такой уверенностью, с такой силищем. Начинал эту серию именно Тоттенхэм, даже если бы угадал здесь Ульрайх вообще. Будет сейчас исполнение. Пас, когда был лучшим бомбардиром чемпионата мира. Он сейчас просто спародировал Кейна, да? Угадаешь по взгляду, куда он сейчас будет бить. Непроницаемое лицо. Уверен. И бьет в нижний. Уверенно, да. Развел мяч. Четвертый удар Тоттенхэма и третий забитый мяч. Пока не забил только Кристиан Эриксен. Красиво. Забьет уверенно. Не уверенно, но забил. Но они все бьют в эту девятку. Но это не... Немножко элемент шоу в исполнении португальца уже. А, вот. Молодой. Роулз. Да, Роулз. Ну что ж. Может быть, думали, что может появиться связка Ройс-Роллс в этой игре. И 4-4. Вообще есть такая, делая несколько шагов назад. Ну, у каждого свои. Бауди. Забивает. Один, да. Да. Прекрасно исполняет. Скип. Нет, это другой Георгий. Но уверенно. Синг не растерялся. Но начинали они играть 31-го. Тарика Саниги спасти. А он забивает. Хотя он забивает. 6-5. И сейчас можно ситуацию до тайбрек. Жером Буатен. Центральный защитник. И капитан. А вот он не был уверен в себе.